И Наташа много в жизни пела романсов. Красиво, с ее голосом, все здорово получалось, но... молодым людям трудно слушать романсы. Да, музыка красивая, а буквок многовато для них. И я подумал вот о чем. И одному своему молодому соавтору предложил написать современный романс. Если он будет у вас иметь успех, этот романс современный, я его приглашу для поклона на телевидение. А не будет успех, он и не выйдет сам. Хочу представить вам современный романс. Смысл? Ну, представьте себе, что Пушкин в наше время влюбился в Анну Петровну Керн. И что он будет писать ей? СМС-ку. «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты долго для СМС-ки. На две разбивать придется». Он бы написал «Я помню чудное мгновение». И она ему написала «Ок». О, я проверил зал, сканировал все. Ребята с пониманием в зале. Современный романс. Я считаю, молодежь может такие романсы сочинять после того, после нашего выступления. Присылайте ко мне на ТВ Задор Ютуб, если кто-то что-то... Итак, о любви. Ну, прив, как дел... Чё твор? А чё? Спасибо, у мя всё хор. И чё? Всё норм, отлич. Я суп, я ок. Нет жизнь, проблем, будь спок. Ну ок. А впрочь, я скуч по те. Ой-е-е. Совсем, чуть-чуть, совсем. Ой-е-е-е. Ночам я плох засып, без тя поче, не зна, не зна. Дай спать. А ща чужи с тобой. О-бо. Поче умер любовь. Совсем забы, не пишь, не звон, мерза, подле, подон. Че-че? А может, ноча? Сноча. Конча. Хоча, гото примча. Хоча. Быть мо любом придё опя. Кто зна, кто зна, кто зна. С тобой навеч я оч быть хоч. Любим, обним, спок ночь. Короче, и я тебя оч. Это за роман, за СМС. Спасибо. Спасибо. О. Короче, я очень хочу. Ну что, свое урвать за счет тебя же надо. Спасибо. Гарри Польский, автор. Браво. Из Риги приехал. Знаете зачем? Поклониться. Вот это поэт, который приезжает поклониться. Благодарю. Наталья Москвина. Поклонитесь, Наташ, пожалуйста, может, еще мне поцелуй выпадет.